студентам первого курса Казанского федерального университета представилась уникальная возможность узнать что-то новое. В рамках научного фестиваля каждый этаж в культурно-спортивном комплексе «Уникс» без исключения был задействован в качестве локации для институтов и факультетов. Здесь любой желающий мог принять участие в работе интерактивных точек в рамках лабораторных исследований, прослушать научно-образовательные лекции от приглашенных спикеров, поучаствовать в квесте и вступить в научные кружки вуза. Сегодня на этом мероприятии Институт экологии и природопользования также представляет свою площадку. Здесь мы постараемся познакомить первокурсников с такой интересной профессией, как профессия прогнозиста, синоптика. Мы попросим, посвятим наших первокурсников в то, как же делаются прогнозы погоды, и предложим самостоятельно выполнить несложный прогноз по несложной методике. Я уверяю, что каждый сегодня уйдет с новым знанием, с новым умением, с новым пониманием погодных процессов. Мы участвуем везде. Мы были на квизе, заняли первое место среди первокурсников. И сейчас мы решили пойти на квест, чтобы опять продемонстрировать силу ИТИСа, потому что ИТИС – это сила. ИТИС – это всегда первое. Вот. Поэтому ощущение, вот это всегда позитивный настрой, потому что всегда ожидание чего-то нового – это всегда какой-то позитив. С каждым разом масштаб и количество гостей только увеличивается. Это чрезвычайно важно, ведь образование и наука – это единое целое. Невозможно учиться, не занимаясь наукой, равно как и заниматься наукой, не обучаясь в университете. Студенты и преподаватели Института фундаментальной медицины и биологии рассказали, как правильно оказывать первую помощь. Ребята из Института геологии и нефтегазовых технологий объяснили гостям, как правильно определять химический состав вещества, из которого сделан тот или иной предмет. Коллектив Института международных отношений провел викторину о знании исторических дат. Это довольно необычно. Мне интересно, что здесь будет. Может, узнать что-то новое. Это прекрасное мероприятие. Я рад, что я нахожусь на нем. Желаю, чтобы все хорошо провели время и всем понравилось. Разные минералы и вещи для того, чтобы определить, что из них что. Я первый раз в таком участвую, поэтому думаю, что будет очень интересно. Что все, так сказать, набрали то количество баллов, которые они заслуживают. Площадка для демонстрации практических знаний каждого института КФУ. Ребята из разных факультетов и направлений приняли участие в интеллектуальных играх, а также ближе познакомились с научной работой Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Николай Суховский, Александр Кузнецов, Универньюз. We'll be right back.